Привет, дорогие друзья! Сегодня у нас видео «Баранья нога на вертеле». Работы с ней очень много, сейчас рассказывать всего не буду, по порядку все буду показывать. Прежде чем обрабатывать баранью ногу, как обычно, мы с нее вырежем лимфоузлы и подготовим ее к вертелу. Как вырезать лимфоузлы, а также снимать лишний жир, у меня есть отдельное видео, я не буду на этом останавливаться и удлинять мое видео, я сдам ссылку в описании. Ребят, вырезали лимфоузлы, жирок я оставил немного, посрезал только там, в тех местах, там, где могут быть лимфоузлы. Все лимфоузлы, которые повырезали, не забывайте, это очень важно, собакам ни в коем случае не давайте, это все выкидывается куда-то в туалет. И ни в коем случае никому не давать из животных есть. Это гадость, которую не рекомендуется из животным. Заболеют, не забывайте. И теперь будем нашпиговывать ее базиликом и чесноком. Я кусок бараньей ноги обрубал для удобства работы с вертелом. Чеснок молодой с огорода, ломается, очень хрупкий, поэтому надо это учитывать. Ребят, применяйте зелень по вашему вкусу. В принципе, нашпиговать можно чем угодно. Конечно же, к баранине идет очень хорошо розмарин. У меня на огороде сейчас базилика очень много, и розмарин в магазине мы не нашли. Поэтому тоже продукт переводить не хочется. Базилик — это тоже очень обалденная штука для нашпиговывания бараньей ноги. Там, где мы вырезали лимфоузлы, можно взять небольшую веточку и вообще полностью туда запихнуть. Это будет идеально. Чеснок берем, раздавим один зубчик и тоже туда нафигачим. Ту же самую процедуру делаем и с другой стороны. Нашпиговали ногу. Дальше нам необходимо пару ложек паприки. Ложка соли. Помололи перец на ступке. Ложка черного перца. Кстати, я забыл сказать, мы сегодня в конце работы с вертелом будем немного прикапчивать ногу в течение 45 минут, где-то полчаса, 45 минут. Посмотрите, как мы это будем делать. Перемешаем ингредиенты. Берем оливковое масло. Сейчас наденем перчатки. Прежде чем продолжить, всегда хотел выпить, как хирурги в больнице делают. В перчатках. Шутка, извините. Берем немного оливкового масла, поливаем сверху одну сторону, берем специи. Помассажируем ее. Переворачиваем и то же самое делаем с другой стороны. Остался базилик лишний. Чтобы он не пропадал, туда набьем его. Однозначно это не будет лишнее. Все, ребят, замариновали ногу.
Я вам рекомендую ее мариновать часов 12. Заранее подготовиться дома, чтобы приехать и сразу ее готовить на вертеле. Пока у нас она будет мариноваться часа 2-3, я разожгу огонь, а также буду делать соус. Соус сегодня мы будем к ней делать с черного абрикоса. Обалденный соус. Я не буду удлинять наше видео, я сниму отдельный ролик. И соус обязательно посмотрите в отдельном видео. Я вам рекомендую, соус будет обалденный. Все, ребят, давайте будем потом продолжать. Это нам пригодится для увлажнения бараньей ноги на вертеле. Ребят, температура баранины внутри 63 градуса. Примерно осталось работать около получаса. Нам надо достигнуть температуры 73 градусов. Поэтому за полчаса берем таблетку, сливаем с нее воду и ставим на копчение. Закрываем заслонкой. И оставляем примерно на полчаса 45 минут. Через полчаса будет баранья нога готова полностью. Ребят, смотрите, это просто бомба. Баранина полностью пропеклась. Максимальный результат. Это очень вкусно должно быть. Давайте попробуем. Ребят, это просто восхитительно. Это круто. Это класс. Вертел делает свое дело. И соус нас не подвел. Я вам рекомендую сделать соус так, как я сделал. Посмотрите ссылку в описании у меня под видео на этот соус. И сделайте, как сделал я. Мясо великолепное. Всем пока. Извините, я думал, что уже закончили снимать.